Так, всем привет. Нам дали отмашку. Мы можем начинать очередную игру третьего тура пятого сезона «Домовины». Сегодня у нас играют Дмитрий, Надежда и Максим. Желаю вам удачи. Можете ознакомиться с темами раунда. Так, в первом раунде обувная, невесты, западная, Трамп. И замена буквы, как обычно, стишок, в котором два слова отличаются на одну букву. Надежда, выбирай, пожалуйста. Испанцы говорят, в доме кузнеца все ножи деревянные, а мы именно так. Сапожник без сапог. Отлично. Невесты за 200. Песня Мумитроля «Невеста». Певец обещает избраннице на завтра. Это любимая всеми девушками. Шопинг. Ну, в принципе. Ну, тратить все свои да, деньги. Да, да. Песня была западная так. За 300. Не уточнялось как. Она представляет собой адаптацию классической пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», перенесенной в наше время. Это, наверное, Бернстайн. А, господи, как же их? Как же мюзик? Ладно, проехали, я не помню. Не подбирайте. Не помню тоже. Тема западная, вестсайдская история. Угу. Дональд Трамп за 400. Она добавилась к Николь Кидман и Риз Уизерспун во второй части «Большой маленькой лжи», а в Твиттере сильно спорила с героем темы, то бишь с Трампом. Это была Мэрил Стрип. Ну и замена букв за 500. По диагонали прошлись. Одну заделать поскорее стремятся, другую надевают и хвалятся. Бреш, брош. Бреш. Ладно, замена буквы 400. Одна поет, мол, фак за мол, другой сейчас перде де футбол. То есть всем проигрывает. Песню пела Милен. Милен и Милан. Ну, за 300 тогда. Один растение в огороде, второй корабль дал на броде. Блин. Ну, должно же когда-то повести уже. Да. Один волшебник с необычным взглядом, другой внезапным испугал раскатом. Грём и гром. Да, Гарри Поттер. Закончим. Закончим. Один доносится из спальни, в другом найдешь исповедальни. Смех и грех. Нет, слишком много букв. Ну да. Надо менять. Это храм и храб. Да. С приходом нацистов к власти эта книга ремарка, как и другие его. На Западном фронте без перемен. Западная Двина в Латвии имеет такое название. Даугава. За эту спорную территорию в Северной Африке с историческим названием? Западная Сахара. Мелания Трамп является уроженкой города Нового Места. Хорватия. На реке Крка, который сейчас находится в этой стране. Вроде Нового Места в Чехии.
Нет, не в Чехии. Обидно. Это Словения. Дональд Трамп сделал заявление, что США необходимо купить ее, после того, как премьер-министр Дании сказал... Гренландию. Да. Сапог сапогом, так охарактеризовал ее герой броневого формулы любви. Сказал, видел я вашу Италию на карте, сапог сапогом. Многошиповые бутсы получили это насекомое прозвище. Ротоножки. В наших странах девушка официально становится невестой после этого события. В наших странах, ну, наверное, помолвка, то есть принятие предложения, как еще... Я понял ваш ответ. Он неверный. Официально? Официально, наверное, после подачи заявления в ЗАГС. Вот, правильно. Я там не был, я не знаю. Куда ты тогда лезешь? После того, как демократы начали процедуру импичмента, Дональд сказал, что они только мешают ему работать, и назвал их домогательство президентским им. Харассментом. Да. Однажды после встречи с главой Колумбии Дональд сказал, что необходимо вести борьбу с этими двумя растениями со схожими названиями. Давай посмеемся, скажу, что это кокаин и какао. Нет? Растения. Поправься, Макс. Каннабис и какао. Марихуанный какао, я не знаю. Ну, да, нет. Ну, блин, ладно, я, пожалуй, засчитаю, потому что какао тут было ключевое, кока там была. Ну, под какао никто, коку все знали, какао никто не знал. Это название ежегодной акции в городе Иваново, вероятно, подсказала голливудская комедия со звездами первой величины. Сегодня добрый ведущий. Сбежавшая невеста. Да, сбежавшая невеста. Мама всегда говорила, что о человеке можно судить по его обуви, куда он идет, где он был, вспоминал этот знаменитый персонаж, рассматривая подаренную ему пару кроссовок Nike Cortez Fly Motion. Ой, ну этот... Так, раз мама, может, Форест Гамп? Да. Блин. Молодец. Красиво. Это древнекитайское доказательство теоремы Пифагора вызвало восторг в классе Сыроежкина. И в фильме, и в книге было. Как давно это было? Называлось «Стул невесты». Это не только клуб английской премьер-лиги, но и кожаные полусапоги на низком каблуке с эластичной резинкой-вставкой по бокам. Пока никому не дался этот вопрос. Вроде не такой сложный. Это Челси. Во времена Древнего Рима все фаты невесты были преимущественно такого цвета, который считался любимым цветом греческого бога брака Гименея. Желтые. Тоже не было ответов, по-моему, правильных. Во времена Дикого Запада вождь индейцев Чиксика как-то заявил, когда белая армия бьется с индейцами и побеждает, это называется великой победой. А когда проигрывает, именно так. Когда белые проигрывают, называют бойней.
Так. Ну что, пока лидера явного нету. Вся интрига впереди. Надя, подтягивайся. Надо было Бернстайна вспоминать, позорище вообще. Вторая у нас матрица фантастическая по писателям, как обычно. Надя, начинай, пожалуйста. Простейший плуг состоит всего из двух. Лемех. Да. Этот врач из Ноттингемшира нам известен по четырем своим путешествиям, описанным англо-ирландским писателем. Лем, матрица. Это Гулливер, там Лемуэль. Лемуэль, да. У Баума оно было смертельное, у Волкова коварное, но в обоих случаях усыпляло только живых существ. Блин. Поле маков. Угу. Подобрал. В стихотворении Лермонтова случились вместе два астронома в Перу. С Коперником спорил именно он. Блин, ну просто ж. В 1853-м Мурманское море было переименовано в честь этого голландского мореплавателя. Не забываем матрицу. Да, вспомните его имя. Это Вильям. Угу. Запатентован он был Микаэлем Педерсеном в 1898, а в 1976 улучшенную модель выпустила в США компания Santana Cycles. Велосипед тандем. Да. Получив ее, безумно обрадовалась некая Эми Фара Фаулер. А еще это другое название — альфы волос Вероники. Диадема. Да. Ее неофициальный цвет – голубой. Символом упрямого преодоления препятствий и выносливости является… Демократическая партия США. В поэме Джона Мильтона «Потерянный рай» это столица ада. В английском языке слово означает «столпотворение», отсылая к Вавилонской башне. Пандемониум. Эта компьютерная игра от российской компании вышла в 2001, а на Западе? Да, рискую, говорю, что это Демиурги. Молодец. Января 2018 в Портленде скончалась Урсула Крёбер, более известная под этим писательским псевдонимом. Урсула Легуин? Конечно. В 1852-м он провозгласил себя императором Второй империи, коим оставался без малого 18 лет. Это всего-навсего Луи Наполеон. Угу. Дополнительных баллов за расшифровку названия этого института из чародеев вы не получите. Достаточно назвать аббревиатуру. В зависимости от того, любите ли вы больше героев или Звездный путь, он у вас может ассоциироваться с Сайлором или Командером Споком. Немножко фантастики в фантастах. Актер Закари Куинто.
под этой торговой маркой, одноименной с рюмочной в Ивреи, выпускаются различные виды плат с микроконтроллерами, позволяющие быстро создавать прототипы устройств даже непрофессионалам. Я ждал в этой теме Куинджи, а его нет. Как можно играть? Это домовина, тут все жестко. Да, блин, вот это ж просто очень было. Ой. В 1970-м известный мультперсонаж пообещал сделать это, но, увы, до сих пор. Сделать это, вернуться обещал. А. С повсеместным использованием автомобилей они утратили свое значение, однако обрели вторую жизнь в фэнтезийных романах и играх. Верно. Да. Не меняют больше лошадей. Требуется точный ответ. В 1997-м его сделала Монсеррат Кабалье с Брюсом Диккенсоном. В 2009-м Пинк. В 2015-м Канье Уэст. А в 2018-м к выходу фильма группе Queen его кто только не делал. Первое слово... Это кавер на Брюса. Понятно, что кавер. Да, брали, кстати, много брали именно Богемскую рапсодию, догадывались. Ну, кавер, дальше слово. Этим словом называют что-то гнусное, мерзкое, порочное, а World of Warcraft, она демоническая магия. Скверно. Они часто возникают в результате выщелачивания водой растворимых частиц. По размерам находятся между порами и... Каверный. А где вернисаж? Макс, извини. Где же верно? В мультфильме 90-го года про маленького лисенка звери хотели земляничный, грибной и морковный его. Диктант. Дик... Дождик! Не любите вы мультики советские? Это слово происходит... Ой, блин! У меня палец соскочил. Ну, пусть будет диктант. Диктант? Да. Увы. Означающих истинно сказанное. На практике является решением коллегии присяжных заседателей. Вердикт. Да. Наталью Валерьевну Кличко пока что еще можно назвать этим неофициальным титулом. Первая леди Киева? Да. Она впервые документально упоминается в 1658-м в летописи Самуила Величко. Тогда близ нее сошлись в бою отряды полтавского полковника Мартына Пушкаря и гетмана Ивана Выговского. Диканька. Да. Круто. Они старательно стучат на кухне в одноименной песне Юрия Визбора. Люди караеды. У меня есть версия, но я не надеюсь. Коходики. Блин, правильная версия была. Просто. Так, ну что, поздравляю, вторую тему добили. На все про все у вас осталось 5 тем. Вырвать победу или постараться вырваться на второе место. И Антонов 5. Антонов, все как вы любите. Надя. А встреча в коридорах «Эхо Москвы» ее и Марго Симонян закончилась госпитализацией последней. Ну, с кем-то Симонян, блин. Соболь, конечно. Ничего себе. Я тоже не знаю, кто это. Песня Битлов «All You Need Is Love» была записана на этой студии, одноименной с улицей. Эбби Роуд.
В один из последних альбомов этой группы «Галя, ходи» вошла и песня «Любовь не пропала». В группу-то вы точно все знаете. Знаем, да. В этом мультфильме 36 года Любовь Орлова сыграла артистку определенного жанра Марион Диксон. Цирк. Цирк. По золотым олимпийским медалям среди женщин на зимних играх она уступает только Марит Бьёргин и Лидии Скобликовой. Фамилия одного из первых маршалов СССР вам в помощь. Ой, лыжница это, блин. В своей песне «Моряк» эти детективные рокеры пели «Куда бы ни уплыл моряк, от смерти не уплыть ему». Ну, детективные рокеры же. Без вариантов. Ну, ё-моё. Группа «Шерлок Холмс» есть такая? Ну, это же Агата Кристи. В живописи картины, изображающие море, выделены в этот отдельный... Маринистика. Марина. Ну, Марина. Маринистика, Марина, да. Она содержит множество минералов и микроэлементов, которые составляют почти треть... Соль, давай вот так сделаем. Давай. Все для тебя. Скандал в январе 2007-го с участием ряда высокопоставленных представителей российского крупного бизнеса в этом французском курортном городе получил... Коль. Как? Куршавель, нет? Да-да, Куршавель. Не услышал. В украинском языке месяц январь звучит так. Сечень? Сечень. Сечень, простите. Николай II собственноручно вычеркнул эту оперу из репертуара Мариинского театра со словами «Пусть вместо этой оперы дирекция подыщет что-нибудь повеселее». Давайте рисковать. Если море, может Садко? Да. И у нас намечается интрига за второе место. Именно в этом море, одном из колыбелей античности, затонул плавучий госпиталь «Британик», брат-близнец «Титаника». Колыбель античности, блин, что там может быть? Страшно жать. Страшно? Дорого, да, согласен. Да, блин. Вот на самом деле... 1 января 25 года столица одного из европейских государств была переименована из Кристиани в этот город. В Осло. Подавление политической оппозиции подразделениями советской армии в ночь на 20 января 90 года в Баку, закончившееся гибелью более сотни мирных жителей, получило такое название. Его назвали «Черный» или «Кровавый январь». В январе 1894-го скончался этот знаменитый немецкий физик, автор книги «Принципы механики», чьим именем названа одна из единиц Си своей игры, видимо. Блин, да что ж такое знать надо? Все, да, подумали? У нас неизвестных никаких в ответе нет. У нас все ответы должны все знать. Все известные личности. Кельты называли этот день Астара, славяне Камоедица. Практически все страны Великого Шелкового Пути празднуют в такой день Новый год. В отличие от своего осеннего аналога. Ну, это день весеннего равноденствия. Долго сидели, ждали, блин. Что ждали? Блин. Долго ждали, да, можно было и раньше. Картинка вам единственная в пакете. Картину этого художника. Надеюсь, Левитан.
знатоки спорта, в частности молодежного итальянского первенства, без труда переведут слово «весна» на итальянский или испанский язык. А если в спорте вы не сильны, может, вам поможет программный продукт компании Oracle. Весна, футбол. А, что это? О, ёшкин кот, ну. Ладно. Именно такое название носит стадия плей-офф студенческого первенства США по баскетболу. Это мартовское безумие. Да. Добрый вечер. Требуется имя и фамилия. В мультсериале она в неизменном желтом комбинезоне работает репортером 6 канала. Эйприл О'Нил. Так, ну. Речь, произнесенная им в августе. Мартин Лютер Кинг. После выхода «Мертвых душ» бездеятельное отношение ко всему окружающему стало называться этим словом. Маниловщина. Ой, блин, случайно. Первая Dream Team, сборная США по баскетболу, собравшая всех звезд того времени, сыграла на Олимпиаде, проходившей в этом городе. Ну, давай представим, что это Мюнхен. Нет, гораздо позже. А можно? Все можно жить, да? Нет? В общем, по-моему, все-таки это был 92-й год, то есть Барселона. Да, вот кто у нас по спорту-то шарит. Да, футболу нет, а так-то более-менее. В 2015-м городу, построенному близ космодрома Восточный, присвоено звание, имя этого калужского мечтателя. Ну, Циолковского? Конечно. Макс, тебе шансов не оставили на второе место. Чувствуешь? Этот фильм Дарья Аронофски в 2001-м был номинирован на премии «Оскар». Ну, я у Аронофского знаю только «Реквием по мечте». Да, отличный финишный спурт. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания.